Всем привет, с вами Шмыгов на канале Ушимыги. Сегодня играем в игру под названием Children of Mor. А, Мор-то, по-моему, да. И, собственно говоря, начинаем. Маргарет проснулась в холодном поту. A cold sweat clinging to her. She gathered Она собралась с мыслями. Aged wood Треск старого дерева эхом разносился по спящему дому. Near the house stood a shrine to Рядом с домом было святилище Риаден, великого духа и дочери земли Рей, сущности утешения. Голос озвучки, по-моему, очень громкий, да, или нет? Margaret, Маргарет искала ответы. But the goddess Но дух молчал. Слышен был лишь легкий шепот чего-то темного, чего-то голодного. Извиняюсь. The old seer's bones, кости старой провидицы стонали и ныли, пока она поднималась наверх. В голове у нее была одна мысль. Неужели опять? Джону предстояло выполнить простое задание. Исследовать главное святилище Рей. Мать подарила ему божественный осколок. Брат собственноручно заточенный меч. Ну и щит, как я вижу, да? Жена подарила ему поцелуй. От дочери объятия, после которых он обязан был вернуться невредимым. Собственно, за него мы и будем играть, как я полагаю, да? Так, перемещения обычные. Удар мышкой. Щит на shift. Пробел. А, пробел ускорения, все понял. Так, так и бегаем. А, ну и стрелочка у нас серая показывает, куда нам нужно двигаться, да? Понял, все. Рея, земля затерянная на страницах истории. Место несказанной красоты. Это типа сейф, наверное, был, да? Так, хорошо. Сперва стражу показалось, будто грязь ожила. Мелкие, скользкие, гнусные создания. А, я могу из щита, прикинь. Из щита могу атаковать, классно. Это мне нравится, это хорошо. Только он какой-то слабенький у меня персонаж, да? Так, а shift? Не shift, а пробел, как будет? А, пробел просто в сторону уводит, да? Или в мышку он уводит? Понятно пока, ну ладно. В мышку, да? Так, слизь ушла. Это что такое? Забирать можно? Опа.
собака. Ой, и хпшка. Слушай, классно, мне нравится пока. Уворот в нужный момент, чтобы... Ну, я понял, да. Это какие-то козлы, что ли, горные, да? Так. Экс. Все, в принципе, нормально, все логично, все классно, мне нравится. Убитые животные. Опа. Ой, это что за стена, преграждающая путь. Битвы было не избежать. Я понял, да. Ты как бы слышишь, ты дурак, что ли? Блин, не зага... Лоханулся там немножко, да? F разбить, да? А, он осколком. Под действием света скверно отступила, оставив в ладони холодный осколок. Темный, жаждущий жизни. Слышь, говно, как ты меня ударил? Да слышь, как они бьют-то, алё? Пс-пс. Или я близко, наверное, подхожу, короче, да? Жабы. Самоцвет. Чтобы открыть большой сундук, требуется самоцвет. Самоцвет нужно, можно найти в разных местах, например, на туше животного. Ага. Осколок потеплел. Тихо вибрирует от наполнившего его энергии. Опа, это что такое? Как подобрать? Вспышка Атара. Раненые враги воспламеняют. А, быстрее нужно, да, типа бегать. Это на время, типа, это фишка, да? Опа. Перед ним стоял новый враг, опаснее прежнего. Пошел ты. Очко навыка. За убийство врагов получать опыта, опыта, дерево навыков могу... Понял. Так, хп подобрали. О, нормас. Так, окей. Goblins. Гоблины, знакомый враг. Опа. Так, а почему хпшка не восстановилась, непонятно, да? Ну ладно, так. Inherently violent and ill-bathed, the goblins were не могу прочитать. But constant threat. А, они, короче, поодиночке ходят, поэтому они не представляют собой угрозы, понял? Ну, я не успел прочитать, извиняюсь, я был занят. Великолепный, но опасный. Край любви обретенный и любви утраченный. Хорошо. Хорошо. Текс. Опа, это что у нас? Перед ним лежала священная земля, куда в былые времена не ступала нога человека. А туда я не могу уже пройти, понял. Хорошо. А. Его сердце грозило вырваться из груди, но он скрыл волнение за спокойной собранностью. Перед ним стояла Линда, его старшая дочь, с луком и колчаном стрел наготове, твердо намеренная внести свою лепту. Все времена урока, атакующих ближайших врагов, ага. Mm-hmm.
А ее не могут типа чпокнуть или могут? Ее вроде как не могут, да? Пока подцапать. Ладно, хорошо. Опа. Перед стражами были не голодные звери, но пожирающие добычу чудовища. Разрушая других, они оскверняли и искажали, создавая новые голодные оболочки. Маги чертовы, иди сюда. Козлов моих решили напугать. Ой, в смысле, переделать. А этого тоже жирного нужно будет как гасить? Собака твоя, умри. Все? Отец и дочь собрались с мыслями. На душе у них стало еще тяжелее, чем прежде. Как им объяснить увиденное? А как, действительно? Как вы объясните это все? Древнее дерево пало под ударами железа. Вместе отец и дочь описали увиденный ужас из создания, источавших зло, которое проникало в застрявшую между жизнью и смертью тела, пополняя ряды чудовищ. Бабуля Маргарет подтвердила то, чего они опасались. Это была скверна, жестокая сущность, о которой не говорят вслух. Океан тьмы, стекающий с вершины горы Морта. Долгом Бергсонов было противостоять всепожирающему потоку смерти. Кевин тоже хотел внести вклад в общее дело. Тем более, что его старший брат Марк был далеко. Он был таким же стражем и горного дома, как и любой из Бергсонов. Она встала. Если им предстоит добраться до вершины и уничтожить зло, как это делали поколения их предков, им понадобится помощь святилища. Опа, телепортик. Святилище Бергсонов, подарок самой Рей, открывало врата в таинственные земли, что раскинулись вокруг горы. Указав на огромный кристалл в центре пещеры, Маргарет пояснила, что им предстоит пробудить его и открыть путь к источнику скверны. Когда три духа Рей соберутся вместе, в этом зале откроется единственный путь на вершину Морты. В одиночку или с поддержкой родных, Джону предстояло найти и привести домой трех духов. Без них остановить поток скверны было невозможно. Так, а зачем нам? Нам нужна пещера Кельдипо. Погнали. Играйте. Навыки персонажа. А, либо за Джона, либо за этого, да? Не, я за этого. Навыки... А, сброс способностей. Да не, не надо, я понял. Пошли, погнали. Джон. Джон Уик, или Джон Маклейн, или как там? Небесный осколок, кусочек древнего кристалла из святилища. Он станет для Бергсона спасительной соломинкой, нитью, что вернет его домой, прежде чем он услышит шепот смерти. Шелковый грот. Один из двух.
Золотишко. О, золотишко тут еще. Слушай, ну это прям диаблец. А, F, да, забыл. Да, нормас. Так, отлично. Не-не-не-не, я же... Ага. Сохни, тварь. Так, а за тетку мы могли... Опа, а что такое? А, понял, шипы. Так. Назад дороги нет, да? А, ну тут тоже можно разрушать всякую какашку, короче. Так, понял. Опа. Прикольно. Это туда путь, но мы пока туда не пойдем. Подожди, давай здесь еще посмотрим, что здесь у нас. А, у меня еще у перса есть уклонение. А, он... А, паутины, он это. Замедляет меня, падла тварь. Я не знал, почему, так случилось. Так, здесь что у нас? Это нельзя никак открыть? А почему горит тогда? Может быть, с этой стороны только? Ну ладно, нельзя так нельзя. А, подсказка С. Исследуйте... А, ну, классная подсказка. А, и все, что ли? Больше ничего здесь нет? Да ладно. А вот это ты почему не подобрал? Ох ты, скотина. А, смотри, у него он не хочет подбирать денежку. Козлина твоя. Да тихо, тихо, блин. Опа, а. Ай, ёптель. Я его не увидел, прикинь. Так, мне вообще туда, по идее, да, но... Меня кто-то задел, падла тварь. Ты чё, охренел совсем, что ли? Так, туда у нас еще есть дорога, короче, вниз, да? Это что такое? Это что такое? Вот это что такое? Так. Двенадцатый уровень какой-то, да? А, 12 убит за раз? Или что там было написано? Я что-то пропустил. Я типа классный парень или нет? А это что такое здесь? Понятно. А, замедляет он меня, понял. Так, ну, в принципе, да, все. А карту я могу открывать? Могу, да, прикольно. Прикольно, мне нравится, хорошо. Опа, стопэ, да. Талисман — это волшебный предмет, который можно найти в землях Морта. Каждый из них обладает особым эффектом и может быть активирован нажатием R. После активации они исчезают, вы можете носить с собой только один неактивный талисман. А что он делает, этот талисман? Меняет все виды автомата реликварий? Не знаю. У меня еще один режим навыка. Так, а это что у нас? Колючий щит. Ну пока так, пока так. А подожди, а почему у меня исчезла Q? У меня на Q было что-то на Q. Ну ладно, забей. Было и было. Опа, стопэ.
Ай! Ай, собака-тварь! Слушай, а мне хпшка нужна вообще, по идее, да? Как я без хпшки тут пройду? Так, ну деньжат это хорошо. Оп. Так, хп. Амулет. Последний момент. Позволяет на двойной урон, когда заряд опускается ниже 25. А, ну мне это пока не надо. Но у меня, ну, или надо, не знаю. Так, туда дверь. Туда дверь. Пойдем. Ой, телепорт. Вы нашли последнюю комнату с порталом, держите те, чтобы принестись к ней из любого места на этом этаже. Принять. Так, туда проходка. Опа, а тут что у нас? Вокруг вас окружают языки пламени, которые наносят врагам... А, это еще один амулет. Амулет. Амулет, не амулет, а амулет. Амулет. Здесь телепорт. Здесь нам, короче, туда надо. Нам показывает стрелочка, что нам туды. Амулет в Тена подбирал, да ёптель. Так, это не открывается говно, да? Не открывается вроде. Блин, а я думал открывается, тихо, сундук. Ой, в смысле, ты понял. Две монетки. Две монетки это много. Видимо. А, и так и все, да? Мы прошли как бы этот. А, ну мы сейчас на второй этот, спустимся. Там скорее всего будет какой-нибудь, ну, лидер. Ну, в смысле, ты понял, да? Ой. Так, погнали. Это второй уровень получается, да? Второй... Это первое подземелье, это второе. Тончайшие белые нити покрывали стены и землю. Шелковый грот оправдывал свое название. А здесь будет большой... Твою мать. Через щит надо все делать, я забываю. Я же... А как это делать-то, подожди? Повышает шанс уклонения, понял. Нет! Сознание начало ускользать, это и есть смерть, подумал Бергсон. Твою мать, это было, да, это моя ошибка. Первый раз умерли. Время прохождения 38-30, что? Потерял я, типа, все там, да, или что? Или нет? Задыхаясь, он открыл глаза и понял, что осколок вернул его назад. А, ну заново все, да? Ни один герой не сможет к такому привыкнуть. А зачем мне домой-то? Я не хочу домой, дай мне обратно туда. Когда Джон и Линда рассказали о своей вылазке, в голове Маргарет зародились мысли. Скверну усугубило дурное в обитателях пещер, и они утратили связь с гармонией Рэй. Узнав о новых опасностях, Маргарет попросила Бена подготовить мастерскую. Ему предстояло заняться оружием и доспехами воинственных родичей.
Дядя Бен может улучшать снаряжение Бергсона. Дядя Бен потянулся к знакомому теплу кузницу. Волна своя мастерская Бена. Чтобы добраться до вершины Морта, требовало снаряжение отменного качества. Понял. Римус Морбу, чтобы улучшать снаряжение всех членов семьи и повышать основные характеристики. А, это не золото, это морва, понял. Это основные характеристики семьи. Описание выбранных, я понял. Выбрать из игры и нажмите ее, чтобы улучшить. 200 это 100. Понял, у меня 58 всего. А, ну все, я понял. То есть вот такой... Такая вот... Ага. Понял. Ребят, такая вот игра. И если... Ну, на этом первую серию закончу. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмега. Всем счастливо, всем пока.